Борис, здравствуйте. Здрасте, здрасте. Очень рада вас видеть в нашем эфире. Расскажите нам, пожалуйста, а как давно есть у нас в Новосибирске, в Новосибирской области регбийный клуб? Ну, если с начала основания, то это год 2013. Если официально, то с 2018 года существует профессиональная команда РК «Селит». Я являюсь руководителем и президентом клуба. Борис, а вот скажите, пожалуйста, почему об этом никто, ну вот так широко не знает? Почему вот у нас такие виды спорта, как, например, регби? Это же очень зрелищный вид спорта, очень мощный. Я вот когда жила в Красноярске, это правда было уже больше 10 лет назад, я с огромным удовольствием ходила и болела за Енисей СТМ, потому что, ну это то, что опять же по телевизору не увидишь, а эмоции просто невероятные. Я оттуда уходила на знаком подъеме, сорвав все горло. Почему, как вы считаете, вот у нас про то, что есть регби, мы узнаем вот на стройке стадиона, где вы привели команду, и они со своей вот символикой ходили, помогали, точно так же грузили, таскали доски, красили, убирали мусор и так далее. Евгения, смотрите, вы жили в столице, так сказать, российского регби, Красноярске, то есть это такой флагман нашего спорта, два профессиональных клуба с огромной историей, которые Красный Яр, в Советском Союзе чемпионат Советского Союза был достаточно сильный, и регби как бы охватывало больше регионов, больше аудитории, нежели сейчас. Да, ну, причины, наверное, всему про регби мало знают, это что у нас постоянно все меняется, постоянно все быстро происходит. Ну, имеется в виду также и в видах спорта во многих, политической ситуации. Вот. На данный момент регби очень обширно развивается и в медийном плане. То есть сейчас и Матч ТВ транслирует матчи премьер-лиги. Вот. Наконец-то начали. Раньше не было. Раньше показывали Лигу трех наций, в которых России не было. Четырех, да. Согласен. Согласен. На данном этапе новосибирская регби находится, можно сказать, на таком легком подъеме, так как открылось детское отделение не так давно, порядка 200 детей уже занимающихся. Профессиональный регбийный клуб РК «Сибирь», он играет в регби-7. Регби-7 16-го года – это олимпийская дисциплина. То есть в Рио уже на Олимпиаде регби-7 было. И девочки, сборная России, она отбиралась, то есть она проходила все этапы и участвовала в Олимпиаде. В общем, в целом регби на стадии такого, так сказать, глотка свежего воздуха. То есть о нем все больше и больше и больше начинают говорить в регионах. Центр России не берем такие города, как Красноярск, которым, ну, то есть в Красноярске про регби вы сами знаете, знают все абсолютно. Да. Город живет этим спортом. Почему еще мало знают у нас народу? Потому что очень мало домашних игр. А домашние игры зависят от инфраструктуры. То есть это стадион, соответственно. У нас нету стадиона, на котором мы можем принимать, делать домашние игры. Подходит обычный футбольный стадион. Ничего сверхъестественного, другая разметка, другие ворота и все. Можно играть. В чем проблема тогда? Почему невозможно вот обзавестись своим полем? Ну, я думаю, в административных ресурсах. То есть они у всех разные. И работа в этом направлении ведется. И область в нашу сторону смотрит с позитивом. Нам очень сильно помогает Новосибирская область, Министерство спорта Новосибирской области. Вот. И с каждым годом просто у нас развитие идет такое небольшими шагами, но каждый год мы растем. То есть появляются ребятишки, появляются новые игроки. Вот. У нас два мальчишки уже во вторую сборную привлекались, хотя хоть и по пляжным видам спорта, то есть по пляжному регби, но два человека уже привлекали в сборную. Вот, просмотр есть. Как вы считаете, а на что нужно делать ставку вот в текущей ситуации? На то, чтобы мы занимались как можно больше на те виды спорта, которые выходят на международный уровень, или все-таки пойти, ну вот где-то, наверное, по советской системе и вначале сделать так, чтобы спорт стал популярен
у себя дома, чтобы собирались целыми дворами, целыми районами, собирались там город на город, да, чтобы вот появился вот этот вот дух такой вот азартной борьбы внутри страны, чтобы уже потом, если там откроются для нас эти международные площадки, так откроются, не откроются, так и бог с ними, у нас и своя будет, и аудитория, и трансляции, и мерч, это вот все, что мы вот обсуждали сейчас в эфире с мотосудьей. Я слушал ваше обсуждение с мотосудьей. Евгений, скажу такую банальную очень вещь, то есть это все связано с традициями. У нас немножечко народ далек от досуга, от спортивного досуга. Вы очень хорошо приводите в пример Запад. Запад как развивается. Он банально. То есть у них люди любят, что происходит у них под носом. Можно вот такое выражение подобрать. Если у нас народ начнет увлекаться теми видами, ну, возьмем хоккей, да, к примеру, в Новосибирске очень такие значимые фанаты у хоккеистов. У хоккея шайбы. В нашей Сибири. То есть это же построено несколькими десятилетиями. То есть это отцы, дети, это там 2-3 поколения, как минимум, интересуются хоккеем и дома за столом обсуждают игры, знают, что происходит. И в любом другом виде спорта также. Это все строится за счет инфраструктуры и за счет, наверное, в нашем случае каких-то фестивальных моментов. То есть народ надо чем-то завлекать, чтобы он шел, болел за своих спортсменов, что он знает, что вот в доме живет, допустим, там Ваня Иванов, который играет в регби, который будет в субботу на стадионе проходить какая-нибудь товарищеская игра или игра чемпионата. И весь народ туда пойдет смотреть. Но чтобы народ туда пошел смотреть, надо народ научить вот этому спортивному досугу. Для этого нужны стадионы, для этого нужны площадки. Для этого нужна, как минимум, такая вот очень современный мир, медийная сфера. То есть это очень добрый такой, доброжелательный спортивный посыл должен быть. Это не сложно, этим просто нужно заниматься. А от кого должен пойти этот импульс? Вот как вы считаете, чтобы приучить людей к спортивному досугу? Это должен быть запрос от общества, это должны делать государевы люди, это должны делать спортивные, там, скажем, директора, президенты ассоциации, это должны делать медиаструктуры, на это обращать внимание. То есть откуда должен быть вот этот импульс? Я издалека пойду более философски, это детские сады, школы, колледжи, военные. Слушай, это вот как раз самый правильный путь, да. То есть это нужно воспитывать за поколением. Это как мама с папой тебе говорит, что спорт может быть не только там, допустим, ради чего-то, ради высоких достижений. Спорт – это образ жизни, это твоя сфера общения. То есть он же в себя много каких компонентов. То есть можно быть спортсменом, ну там не стремиться, к примеру, каким-то там большим, да, спортивным высотам. У нас как-то вот все категориями делится. У нас люди либо уходят сильно в спорт, либо наоборот. Там, если что-то не получилось, они оказываются на улице. Вот, к примеру, возьмем профессиональный спорт. Да? Очень мало таких каких-то структур, которые потом спортсменов забирают к себе, и они, эти спортсмены, могут нести просто философию. Неважно, какого спорта. Да? Вот мы можем говорить сейчас об таких обделенных людях, как регби, там, мотоспорт, да, на который внимание мало уделяется. Но опять же, это все связано с кругом общения. То есть это должно просто, это должен любить твой друг, это должен любить твой сосед. Они должны ценить то, что люди делают. У нас обесценивание происходит. У нас как, если ты спортом занимаешься, тебе родители говорят, бросай спорт и не учись, тебе работать скоро. Вот в таком плане. Менталитет немножечко, ну, очень меняется, спорт начинает быть модным. Тут главное не потерять вот эту грань между спортом и модностью, надо средним путем каким-то идти. А там еще же есть вопрос коммерции. Вот известно же, что футбол и хоккей привлекают в том числе родителей будущих спортсменов, потому что, ну, там можно заработать большие миллионы. Ну, вот, к примеру, из 10 человек, там из 20, кто-то один получится что-то заработать. Почему не объясняют остальным? Там, кто, понятно, что тренер будет говорить маме и папе, что у вас самый лучший ребенок, что у него светлое будущее и так далее. Дол-
должно быть какое-то справедливое здравомыслие. Вот когда родители, тренера, директора спортивных учреждений объясняют что-то юношам, детям и так далее. То есть на самом деле спорт — это не только высшие достижения. Спорт — это друзья, спорт — это общение. Спорт — это, я не знаю, это даже вот, если ты не хочешь быть связан со спортом, ты можешь быть спортивным переводчиком, можешь быть спортивным консультантом, спортивным психологом. Сейчас настолько всего много, и от этого большинства, мне кажется, люди теряются. Они не знают, чем им заняться, потому что очень... А надо вернуться туда, ко всему простому. Ну вот. Давайте продолжим эту мысль, вернуться к чему-то простому. Да. Да. Совершенно простому. Вот очень большая тенденция пошла, я понимаю, что очень много голодного спорта, да, то есть там тренера недополучают своих зарплат, то есть у нас же всегда там преподаватели, тренера, еще какие-то вот, но такие сферы, они немножечко финансово проседают. А про коммерцию вы правильно сказали, у нас просто нету политики такой. Вот взять Запад, это спорт на Западе, он весь самоокупаемый. Я ни разу не был, но вот друзья у меня есть, кто летали в Америку, ходили на матчи там бейсбола, баскетбола, либо американского футбола. В каком-нибудь небольшом штате есть небольшой город, там 1020 человек живут. Играет школьная команда. Вот обыкновенная школьная команда играет в бейсбол. Стадион полный. 60 человек. Я уже про большие игры начал вспоминать. Вот, то есть 20 тысяч населения город, и практически 70% всего города там во вторник, в рабочий день, идут на стадион и смотрят, как играет школьная команда. Спустя 2 часа возвращаются на свои рабочие места и продолжают работать. Это просто важно для тех людей, кто находится рядом с командой. И вот как этому научить людей, я не знаю. А как вы считаете, в советское время это было у нас? Или у нас этого вообще никогда не было? Конечно, было. Но так все играют до сих пор практически в регионах на стадионах советской эпохи. То есть это то, что было построено в Советском Союзе. И они ведь заполнялись, получается, стадионы заполнялись. Конечно, заполнялись. И видите, там история была, наверное, больше не ради денег, а ради того, что как бы... Сам факт, что ты спортсмен, это уже закрывало множество твоих каких-то бытовых вопросов. У нас спорт очень сильно разделился. У нас какие-то виды спорта, такие как футбол, хоккей. Там очень много в себя требует экономических вливаний, а на другие виды спорта очень мало внимания обращают. Тогда у меня такой вопрос. А в принципе, вот эта коммерческая составляющая, да, ну вот в Штатах получилось, они ее смогли завести. У нас другая была история, да, у нас все поддерживало всегда государство. Так вот, как ее, может быть, ну вы, поскольку все-таки президент клуба, да, вы мыслите не только как спортсмен, но еще и как в том числе менеджер, да, то есть и бюджетами и так далее. Вот какую дорожку-то правильнее выбрать? Все-таки качать коммерческую сторону, чтобы туда начали вкладывать деньги какие-то компании, которые бы поддерживали клубы? Или, ну, не знаю, государству все бы выстроились, да, а спорта же много, а есть же еще, там, не знаю, и фехтование, и плавание, и баскетбол, и очень много всего, вот, и у государства, наверное, на всех-то не хватит. То есть, что нужно сделать, каким образом, какую дорожку выбрать? Потому что я, вот знаете, я когда в Красноярске в том же жила, ходила на баскетбол. Вы знаете, какой там была команда Енисей, которая всегда занимала самые последние места вот в Суперлиге, в российской, но у них был всегда потрясающий слоган: приходите посмотреть на игру одновременно, там, по-моему, 15 миллионеров на площадке. Да, то есть это люди, которые ежемесячно получают больше миллиона рублей зарплаты. Вот, да, только к ним приезжали московские клубы, да, ну и, соответственно, вот все шли посмотреть там на ЦСКА, там, на Динамо и так далее, на Зенит. Вот, и это коммерческая история. А вот как найти, собственно, вот тот самый правильный путь, чтобы хватило всем и развивалось все, и регби, и мотоспорт, и, я не знаю, да даже лапта, в конце концов, это тот же бейсбол. Ну вот есть такая история, когда коммерческий
коммерческие предприятия, большие холдинги, да, помогают тому или иному спорту, я считаю, ну это банально, наверное, так каждый думает, руководитель, который хочет как-то коммерческие деньги привлечь в свой спорт, ну, должна какая-то быть вещь, связана с государством, которая Борис, у нас выпали из кадра. Да, ну, вот так. Да, вы вернитесь к нам. Да. Ага. Вот. Должна такая быть вещь, которая каким-то образом коммерческим структурам несет какую-то пользу, там, налоговые вычеты какие-то, еще что-то, если люди помогают спорту. Ну, то есть, оно же должно как бы в плюс быть всем, правильно? То есть, это же не должно быть просто, вот, взять коммерческую компанию, какую-нибудь там, коммерсанта, да, предпринимателя, вот он хочет помогать начать регби либо мотоспорт. Вот он говорит, я готов вкладывать деньги. Сколько вам нужно? Но спорт же тоже должен что-то ему дать. Правильно? Он снимает с государства, грубо говоря, нагрузку. Он начинает строить какую-то инфраструктуру, собирать вокруг себя людей за свои деньги. То есть уложит сюда деньги, тратит, люди начинают развиваться. То есть он уже обрастает каким-то кругом общения. То есть получается какая-то единомышленников, да, структурам. Государству уже не надо сюда давать деньги. То есть государство с ним уже какие-то общие языки должно находить. Мне кажется, только так это все работает. Денег очень много в стране. И есть такие вещи, как... Да банальная, наверное, лень. То есть людям во многом ничего не хочется делать, потому что и так все работает. В принципе, все по местам. Есть футбол, есть хоккей. Есть большие деньги в футболе, в хоккее еще. Баскетбол, волейбол. Ну зачем что-то еще? Ну и так же все нормально. Я думаю, примерно вот так. Вот. Когда вот эту линию мы перешагнем, тогда будет гораздо все лучше. Есть же еще один момент, который, уж, коль мы упомянули Штаты, тоже прекрасно работает за границей. Это социальный лифт, который обеспечивает, собственно, спортсмену, который решил действительно заниматься спортом, показывает хорошие результаты. Он, там, не знаю, в привилегированных условиях при поступлениях в вузы, в колледжи. Дальше у него тоже есть какая-то карьерная дорожка. Если у него не получилось именно с большим спортом, он все равно продолжает в обществе быть уважаемым, значимым человеком. Да. Вот, вот здесь можно тоже как-то скопировать, взять какую-то кальку, как вы считаете? Конечно, можно. Конечно, можно. Даже нужно. Ну, то есть, почему нельзя брать хорошие вещи, которые работают у других? Это же не воровство, это ты просто хочешь сделать вокруг себя что-то лучше. Если у тебя... Тот же социальный лифт, я вот и говорю про тех спортсменов, да, которые в свое время, там очень же много спортсменов во всех видах спорта достигают того или иного пика, да, и его не хватает там, для спорта высших достижений, либо какие-то травмы, либо какие-то бытовые моменты. Почему не, ну, человек очень любит спорт свой, он знает, как в нем развиваться, он знает нюансы, почему не давать ему возможность вести какую-то административную работу? Маркетинг какой-то выстраивать, тот же менеджмент спортивный. У нас, как бы грубо это ни звучало, у нас просто этого пока нет. Это все в таком сыром каком-то виде, по крайней мере, то, что я вижу. У меня достаточно, может быть, такой субъективный взгляд на это, на все. Вот. Но я считаю, что именно история проведения мероприятий, чтобы люди вникали, люди понимали, так сказать, вовлечение людей в оцерковление в тот или иной вид спорта, о котором они не знают, очень сильно проседает. И нету той формулы готовой. Вот ты людям можешь объяснить, дать понять, и человек придет и начнет интересоваться твоим видом спорта. Мы над этим очень много работаем. То есть нам самим это интересно. У нас вид спорта массовый, не требует в себя никаких финансовых затрат, очень бюджетный. То есть это бутсы, шорты, майка и все. Мячик дадите. Мячик дадим, да. У нас детский спорт любимый, он абсолютно бесплатный. То есть у нас вот секция детское отделение в школе «Триумф» открыто. И то есть ребятишки ничего не платят. То есть ни родители, ничего, абсолютно все бесплатно. Форма выдается, все выдается. Ездят по всей России по соревнованиям. В этом году выехали вообще все, кто занимаются, все занимающиеся. Вот, и
в Сочи ездили, играли, и в Красноярск ездили, играли. И за полтора года показывают достаточно неплохой результат. Наши, так сказать, соседи в Омске играли, хотя детская регби в Омске уже достаточно давно развивается. Вот. Это за счет вас, допустим, Евгения, вот видите, вы решили, вот откуда ни возьмись, мы познакомились где-то на мотокроссе на стадионе, да, пыльно, мы решили провести эфир и поговорить о регби. Это дорогого стоит, но мало же кто это делает. Вы же обратили внимание, почему вы обратили внимание? Вот расскажите, почему вы обратили внимание? Ну, я-то просто сам вид спорта очень люблю. И на самом деле, я даже когда в Красноярске, собственно, ходила, болела за Енисей СТМ, у меня тогда уже было много вопросов, потому что стадион в 2009 году, на котором они занимались, это вы правильно сказали, столица регби, но стадион именно Енисея, вот если Красный Яр, у них там большой стадион в центре города, такое огромное капитальное строение, то вот, в принципе, что-то похожее на этот мотодром у Енисея СТМ. Собственно, да, там деревянные трибуны, газон, который то есть, то его нет, и видно, что, ну, вот люди как бы на энтузиазме все это везут и при этом показывают действительно очень высокие результаты. И вот тогда уже был вопрос, почему на энтузиазме? А где же все вот это, где же весь этот и коммерческий, и государственный пул внимания? И вот, собственно, поэтому я и обратила внимание на ребят, и я очень обрадовалась, что у нас есть регби, и очень хотелось бы, чтобы у них как раз все было хорошо, чтобы была и площадка, и эфиры, и поддержка большая, и фан-клуб, и все остальное. Евгений, я думаю, мы общими силами, и вот как можно чаще будем об этом говорить, об этом больше людей узнавать, мы добьемся этого. Взять вот Енисей СТМ, вы про него сказали, вот Александр Юрьевич Первухин, достаточно хороший стадион сейчас. Я не знаю, давно вы были в Красноярске. В 2009 году, это был 2009 год, да, это было достаточно давно. Вот, вам стоит съездить и как-нибудь... Вот надо обновить, да, впечатление. Да. Приехать на новый стадион на Енисей СТМ, он в том же месте, вот, только он совершенно новый. Очень такая современная конструкция с натуральным полем, с подогревом поля. Я захотела. Я уже играю на натуральном поле, то есть в Сибири, понимаете, это дорогого стоит. И Александр Юрьевич, вот ему сейчас, я не помню сколько, не соврать, но ближе к 70, он всю жизнь отдал, чтобы вот это было, да, он, так сказать, папа отечественного рынка. Вот, и мы очень хорошо дружим, так сказать, с Енисеем, выстраиваем отношения. Некоторые мальчишки, которые детско-юношескую школу у них проходят, не дотягивают до уровня Енисея, мы их забираем к себе. То есть, так как у нас еще наши не выросли, нам надо откуда-то подпитываться, пока наши растут. Вот. В этом году у нас два мальчишки из детдома, 16-17 лет, представляют на академии, играют за Академию регби Сибири, то есть это уже такой, так сказать, уровень СФО, то есть они уже в сборной Академии регби Сибири. Это для нас тоже, хоть и минимально, но это значимо для нас. И вот такие мелочи, как наш эфир сегодняшний, как вот эти мальчишки, которые куда-то попадают, где-то с кем-то получается, вот оно все дает толчок к тому, чтобы это начали любить и хотя бы за этим наблюдать. Вот. Ну, что будем еще надеяться, сказать? Что будем надеяться, что да, нашими общими усилиями и регби, и мотоспорт, и другие виды спорта, которые сейчас незаслуженно обделены вниманием, все-таки получат свою подпитку и финансовую в том числе. Спасибо вам большое за участие в эфире. С нами был вице-президент Федерации регби по Новосибирской области Борис Полицын. Всего доброго.